Запись. Что, попробуем отсверлить каленый винт пятерку М5 хавьеровским сверлом. На маленьких оборотиках. Кобальтовые сверлышки закрепим только. О, хорошие патроны у Боша. Не каждый дрель может такие маленькие обороты дать. А для сверловки каленого. А почему нужны маленькие обороты? Это для сверловки каленого? А чтобы не горело. Не горел металл. Иначе он начинает нагартовываться. И все, и сверло. Можешь подержать залез? Прижатым? Не, мне видно. По центру винта. Может, уже досверлим, когда обтекатель скинем, удобнее будет тогда. Не, доступ. А мне сейчас все равно нужно. Доступ нормальный. Да, аккуратненько высверливает каленый винт из 30 ХГСА с твердостью где-то 100-120. Килограмм на миллиметр квадратный. Я потихоньку это делаю, чтобы не поджечь. Не нагартовалась. Сталь сверлится, смотрю, сверло не тупится. А что такое нагартовываться? Ну идет как бы закалка поверхностного слоя стали, высоколегированная. От температуры? От температуры, да. Вот. И она, слой становится крайне твердый. Сверло моментом сажается на этом слое, и все. И сверло на помойку, это место потом тяжело очень пройти. То есть обычно для таких дел маленькие обороты нужны. И хорошее сверло. Вот. Кобальтовые сверлышки Хавьера. Это здорово. Готово. Винтик просверлил насквозь. Сейчас поменяем сверлышко. Чуть побольше возьмем. Ау! Не, надо, ты чего? А что, что грабит артист? А не знаю, Леша. Это я воткнул специально, чтобы не потерялось. Оно, это ее место родное. Ну все, высверливание закончено. Сейчас большим сверлышком пройдем. Остатки уже вынем. А надо, Андрюх, может просто вернуть что-нибудь. А, не выкрутится, да, наверное. Нам все равно же анкер отсверливать предстоит, и все. Не, анкер не надо отсверливать. Мы спасем анкер. Мы сейчас, в том-то и дело, что мы сами себе сейчас. А как мы спасем анкер, что-то я не пойму. Ну как, то, что мы будем. В анкере все равно останется остаток. Нет, остаток мы сейчас вывернем. Высверлим. А резьбу мы при этом что, не заденем? Мы не попортим. Мы меньшим сверлом идем. В том-то вся и прелесть, что
В противном случае нам пришлось бы менять анкер в этом месте. Если мы сейчас высверливаем аккуратно этот обломок болта, то анкер нам менять не надо. Мы просто вернем, посмотрим, что получится. Залез бы тут как-нибудь. Или тебе не видно будет, если залез? Не видно. Или отогнуть его чуть больше. Ладно, давай сейчас снимем, а там посмотрим, там подход уже будет получше. Я больше сейчас, чтобы не запортить. Ну все, закончим тогда это. Да. Все, приступаем к демонтажу обтекателя. Блин, классный патрон у бошевской дрели. Ну... Вам подползать-то можно? Подползать? Ползай обратно. Ты видишь, зазнались, понимаешь, тут статистов погоняли. Да. Ну. Я уже говорю, купальник слишком закрытый. Да.